What is it? Бесплатные уроки английского в Есть много английских разных книжек, которые очень интересны. Можно общаться с другими людьми, потому что это как бы общий язык. Come here. Let's put that in this here. And what is your name? Мы с супругом давно задумывались о для того, чтобы нанять репетитора детям для дополнительных занятий. Вот. А с этого года нам предложили в пенсионном фонде заниматься бесплатно. Вот. Мы подошли, познакомились с педагогом. Василий Ильич очень произвел положительное впечатление. Он такой добрый, открытый, и с ним легко общаться, и детей расположил к себе сразу же. Василий Присков, преподаватель со стажем, специалист, получил в Ростовском университете. 10 лет обучал английскому детей и студентов. Потом ушел в журналистику. Сегодня работает в пресс-службе пенсионного фонда. Одновременно ведет занятия для души и для пользы химчан. Причем не только юных, занимается и с пенсионерами по собственной методике. Мы даем основную базу, начиная с алфавита, начиная с правил чтения, фонетики, начиная с лексики, то есть построения предложений. Далее идет у нас грамматика. Записать ребенка на бесплатный курс английского можно по телефону горячей линии 8-495-587-019. Занятия проходят каждую среду в 11 утра в здании пенсионного фонда. Алена Беляева, Матвей Шмакаренко,